Всем привет, ребята, с вами я, Тима Прошка, и сегодня это обзор на маску и перчатку для фехтования. Купили мы только сегодня, вот такая вот масочка Россия. Что-то не внутри, вот если заглянете, вот что вы увидите, наверное, что-то ближе того. Вот такая вот масочка, давайте примерим. Сейчас. Привет, народ! Сейчас наденем масочку. Так, ребята, готово. Теперь наденем перчатку. Вот эту вот. Перчатка беленькая. Сейчас наденем. Надеваем. Все. Есть у нас и перчатка, и вот эта маска. Здорово, ребята. Обожаю фехтование. Жаль, у меня еще рапиры нет. Купили мы их сегодня. 750 рублей ушло. Не, минус 750 рублей. Не, ну это норм. Это норм. Вот такая вот маска. 750 рублей, ну конечно. Да получается, это стоит 700, это стоит 50. Мы еще кроссовки хотели купить. Или не хотели. Я даже сам не понял сначала. Она и ускакала. Ладно. У меня 8 размер. Больше, чем у моего друга Матвея. Потому что у него 8. Вот так, что здесь написано? Ребята, смотрите приколюху. Я могу вот так вот отстегнуть. Нормально одеть спокойно. Так вот отстегиваем. Получается, одеваем. И застегиваем. И все. Вообще лучше обычным способом одевать. Снимайся. Так. Сейчас нормально сделаем. Как на... А, не помню, как было. Ладно. Постараемся. Ну, вот. Ребята. Мне больше маска понравилась. А маска вообще огромная. В ней прикольно смотрится. Вот прежде что вы увидите. Если зайдете в мою маску. Так, но это вы не увидите точно. Ну, вообще прикольно, ребята. Прикольно, ребята, короче. Ну ладно, все ставьте лайки, подписывайтесь. У нас с вами был я, Тима Прошка. Маска. Маска, скажи пока. Пока. Перчатка. Пока-пока. Ладно, всем пока.